Всем привет! Сегодня с вами разберем работу акции по купонам на 250 рублей. Будут они работать вот в этом каталоге номер 15 с 14 октября по 3 ноября. Ну а сейчас еще в действии каталог номер 14, который работает по 13 октября. И именно в этом каталоге сейчас мы вот эти купоны получаем, зарабатываем. Один небольшой нюанс хочу сказать. Девочки, будьте внимательны при оформлении заказа. Потому что вам, возможно, не хватает 100 там, или 50 рублей для получения второго купона. И вы это, пожалуйста, не пропустите. Купон выдается на каждые 999 рублей покупки. То есть один купон вы хоть как за свой заказ получите. Ну, а второй и последующие уже будут кратны снова 999 рублям. Это по ценам каталога. Поэтому будьте внимательны на те случаи, чтобы не получилось так, что 1950 рублей у вас заказ по ценам каталога, и достаточно взять там пару, допустим, не знаю, там, или упаковку салфеток каких-нибудь влажных, да, которые всегда нужны, и тем самым получить еще один купон для того, чтобы в следующем вот в этом каталоге уже иметь два таких купона, ну или более. Поэтому будьте внимательны. Теперь, как работают эти купоны? Я вам сейчас и принцип работы расскажу, и покажу, какие товары по ним будут. Вот я здесь стикеры уже все сделала. Будем с вами вместе смотреть. Самый большой вопрос у нас с вами возник по цене, от которой этот 250 рублей будут отниматься. Мы с вами видим, да, что у нас и в новостях вот здесь нет, а в 14-м каталоге есть такой же купончик, и на нем написано, что действует от черной базовой цены. Получаем купон. Здесь тоже написано, что скидка будет действовать от черной базовой цены. Когда я начала листать каталог и считать для вас цены, я вот здесь везде всю ручкой подписала, дошла до серии ICUL и поняла, что по купону, что без купона, получается одно и то же, и такого быть не может, ерунда какая-то. Я, конечно же, обратилась в обратную связь, сделала скриншоты и каталога, и... зашла, кстати, на сайт, а на сайте написано, что от красной цены. Все, у меня закипел мозг, думаю, как так, где правда, брат? И, в общем, я сделала запрос, и мне скинули ссылку. Вот я здесь даже написала, это было в новостях каталога 18 сентября. Новость была о том, как обычно у нас бывает, опечатки в каталоге номер 14. И самое первое, что здесь написано, это, уважаемые консультанты, страница 5, неверно указано, что скидка по купону 250 рублей предоставляется от черной цены каталога. Правильно, скидка предоставляется от красной цены каталога. И я все поперечеркала здесь в каталоге и заново начала пересчитывать цены. Так что все, этот вопрос, я надеюсь, снят. Будем делать скидку от красной цены, и тогда все встает на свои места. И на многие товары, кстати, получается более 50%, более там даже ближе к 60%. Поэтому, девчонки, купоны на самом деле ценные, потому что они действуют на те товары, которые очень редко бывают по акциям или которые давно не были по акциям. Но мы сейчас до них дойдем. Я вам все покажу. И сейчас вот у нас действуют карты «Твой бонус». Все жалуются, что не очень большие скидки получили. А здесь, получается, по этим купонам можно получить, ну, прям такие хорошие скидки. Ну и давайте смотреть. Первое, что я нашла, я, честно, могла что-то пропустить, девчонки, но старалась, на два раза все просматривала, вроде ничего не пропустила по купонам. Палетка теней, видите, вот таким образом обозначаются купоны, и еще будет один способ обозначения товаров, которые по купонам можно купить. Я, кстати, да, я сделала расчет, просили меня сделать расчет, показать вам, как это работает. Вот я, например, взяла тени 51-51, зачеркнутая черная цена 800, 649 это цена красная, от которой мы будем отнимать купон. Отняли 250 рублей, ваша цена 399 рублей. Ну а дальше уже действует скидка консультанта. И если у вас 20%, то закупочная цена этой палетки будет 319 рублей. Если у вас 26%, то 295 рублей. Вот таким образом у нас 649 превращается и в 319, и в 295. Так что акция реально выгодная. И получается здесь, ну смотрите, здесь 50% скидка на эту палетку. Ну а дальше давайте будем смотреть, что у нас еще есть по этой акции. И
и смотреть, где у нас прям очень и очень выгодно. Так, следующий стикер. Набор. Набор для маникюра. Я, кстати, его покупала. У меня есть на канале обзор этого набора. И 649 цена у него получается, а базовая 1100. Ну, смотрите, 899, это кажется мне прям стандартная цена. И за 649 рублей купить этот набор, это очень выгодно. Потому что, ну, вот на такие вещи, на такие аксессуары у нас очень редко бывают какие-то распродажи, акции. Поэтому, если у вас такого набора нет, вы давно хотели и задумывались, да, его купить, то посмотрите мой обзор, и я постараюсь не забыть, сейчас запишу прям, чтобы обзор на маникюрный набор. Пользуюсь ли я им сейчас? Да, я пользуюсь вот этими насадками, но вы знаете, в последнее время что-то у меня времени совершенно не хватает ухаживать за своими руками, это, конечно, большая печаль, слава богу, за лицом успеваю. Вот, и вот этими тремя насадками, да, а вот этими они прям мне обжигают, я не могу ими пользоваться. Ну и очень аккуратно надо пользоваться именно вот этими, когда около, вот здесь вот в лунке ногтя сильно обрабатываешь с усердием, да, то потом выходит неровный ноготь. Вот этот момент нужно учитывать, нужно прям тихонечко здесь обрабатывать. Ну, кто-то может привык, кто-то знает, как этим пользоваться, может, я неправильно вот этими металлическими насадками пользуюсь для ног, для рук. Они обжигают, скорость хорошая, снимают все хорошо, но я пользуюсь вот этими насадками, которые более мягкие, и, в общем, я этот набор могу рекомендовать, конечно, он увеличивает скорость обработки рук, и, ну, по сравнению с обычной пилкой, ну, и не нужно там ничего тереть, просто по ноготь обрабатываешь, и все. Дальше, тональный крем, тоже любимчик многих, вот этот тональный крем с сывороткой, крем-сыворотка, 549 рублей по купону будет стоить, тоже, видите, у нас на серию «Секрет», какие цены теперь и можно будет приобрести. Дальше, тени. 449 рублей я записала по купону, можно будет купить эти тени практически с 50% скидкой. Не знаю, если у вас, конечно, на декор попалось сейчас 50, то будет еще ниже цена. Но тени классные. У меня конкретно этих теней есть, из этих теней есть, сейчас вам скажу, 56-24, 56-20, 56-21, 56-18. Да, вот эти палетки у меня есть. Ну и сейчас стала пользоваться карандашами. Они у меня пока лежат, ждут, когда у меня снова появится настроение на пользование тенями. Но тени классные. Они, у них есть и сухой способ нанесения, и влажный способ, когда они становятся более насыщенными, интенсивными. Девчонки, я вам рекомендую. Они не сыпятся, они запеченные. Да, там есть перламутр, но если наносить не спонжем, а кистью, то получается очень даже деликатно. Дальше, новинки ISUL. По купону можно взять гель-трансформер для лица 50 мл. Будет всего лишь 549 рублей. Ну, практически 50% скидка. Близко к этому. Дальше, следующая страничка. Это уже сейчас пошла линейка ISUL. И здесь 649 рублей активный крем для лица. 499 рублей CC крем для лица. Они, кстати, когда выходили, по-моему, как новинки, тоже были примерно по таким ценам. Так, линейка Beauty Lab, моя наилюбимейшая линейка. Набор, смотрите, здесь блер крем в тубе без дозатора, с которым, кстати, многие мучаются. Возможно, что это будет даже более удобный вариант для использования. Это крем с эффектом фотошопа. Реально, наносишь на лицо, и ты такой красивый, гладенький, как, ну, блер-эффект. Да, блер – это смазывание. Это, так что вот у вас все неровности будут просто сглажены, ничего не будет видно на фотографии. Можете прямо на макияж его наносить, можете как базу под макияж. В общем, это классная штука, но каждый день я пользоваться не могу. Мне поры закупоривает, поэтому я остерегаюсь каждый день пользоваться, но на какие-то мероприятия, на выходы обязательно наношу. Ну и здесь же в наборе у нас маска детокс для лица с древесным углем. И смотрите, 899 рублей стоит набор после применения купона. Еще и количество ограничено. Я знаю, что блер-крем стоит примерно так же, только один блер-крем. Сейчас мы посмотрим, он наверняка есть дальше на страничке. Получается, что маска с углем будет в подарок.
Ага, здесь нам его не напечатали. Ну, ладно. Ну, я вам говорю, примерно получается с купоном вот этот набор по цене одного блер-крема. Beauty Lab сыворотка. Это просто мега сыворотка, которую все обожают и которую уже, я не знаю, который каталог подряд ждут, когда она будет за половину цены, или сбывает она, да, со скидками, с очень хорошими, там за 599 она раньше была. Но сейчас цены потихоньку повышаются, как я вижу, по некоторым позициям. И 649 рублей она будет по вот этому купону. Это просто самая низкая цена за последние, ну я, может быть, ошибаюсь, но 6 каталогов точно. То есть, если вы ждете, когда она будет по скидке, вы дождались. Все, 649 рублей, берите. Классная сыворотка, которая делает ваше лицо мгновенно отдохнувшим. Я рекомендую, сама пользовалась, банки 3, наверное, я использовала. Так, набор Axiology. Вот тут, мне кажется, немножко завышена цена. Мне казалось, что он был подешевле, этот набор. Ну, 649 после применения купона он будет. Да, я заметила, кстати, что некоторые товары чуть-чуть задрана цена для того, чтобы сделать скидку по купону. Так, переходим к гардерике. Здесь у нас ночное обертывание не входит, а здесь у нас входит только драгоценная маска красоты. И получается у нас 50% скидка, я вот тут даже указала, потому что 700 базовая цена, 599 регулярная и 349 рублей получается цена после применения купона. Девочки, это очень низкая цена, это очень классная маска. Я всегда ее характеризую так, я не знаю, что она делает, но лицо после нее очень красивое. Рекомендую, сама такой пользовалась. Она мне немножко пощипывала лицо, но это было в первые несколько секунд. И это не как Реноваж, которая жжет на протяжении всего применения. Я вам ее рекомендую. Мне очень нравится. Дальше. Здесь купон касается только крема для век. 249 рублей, девочки. Это просто, посмотрите, 650 цена. Черная каталога 499 рублей получается цена красная, да, ну тут она белая, ну мы так их называем красная, и получается половина от красной цены, это будет ваша цена, еще применится скидка консультанта, то есть крем 60+ из линейки вот этой дорогой Матридженик со скидкой, ну мне кажется 60% точно, имейте это в виду. Дальше, смотрите, вот здесь на этой страничке объединены два крема. То есть купон действует и на один продукт, и на дневной крем, и на ночной крем. Вот такими вот полосочками дальше с вами увидим, будут объединяться продукты. Обратите внимание, что вот в это желтенькое объединение входит, на то и будет действовать купон. Минус 250 рублей по купону 349. Это очень низкие цены для этой линейки. Я не удержалась, я все-таки взяла 14 каталог для того, чтобы сравнить цены. Давайте посмотрим. Крем для век 499, 499. Здесь та же самая цена. А на кремы, посмотрите, здесь 599, здесь 549. На 50 рублей все-таки подняли цену для этой акции. Но в любом случае 349, вы понимаете, да, что это дешевле. Я же, да, я забыла принести этот каталог сразу. Здесь тоже вот с тенями. 599, а здесь, по-моему, базовая, не базовая, а красная цена, по-моему, 699. Вот зря я убрала стикер. По-моему, 699 цена поставлена для того, чтобы... Все, не найду. А, да, вот, смотрите, 699. А когда акция идет, немножко подняли цену. Ну, дальше как будет, не знаю. Я здесь еще стикеры поставила. Будем сравнивать сейчас по ходу дела. Дойдем до эксперта и посмотрим. Так, следующая линейка эксперт. Смотрите, тоже объединили два крема. И с купоном они стоят 699 рублей каждый. Так, здесь тоже объединены два крема. И здесь объединение 699. 549 каждый. Так, здесь у нас что? А, вот, по купону. Я даже посчитала здесь стоимость набора. Если у вас будет три купона, можете взять линейку Эксперт по этим купонам. Все три средства входят. И
купон нужен на каждое, если будете покупать. То есть это не на набор, как я понимаю, а на каждое средство нужно по одному купону. Итого, шаг А получается 299, шаг Б и С по 249 рублей. Итого, набор выходит 897 рублей, а мы сейчас этот набор по акциям видим за 999. То есть по купонам купить получается выгоднее. Теперь, опять же, да, мы видим три средства, и на каждое из них нужен купон. 349 рублей крем-активатор ночной с АХА кислотами. 56% скидка я посчитала от базовой цены. Базовая 800, здесь 349. Сразу видно, что больше, чем 50%. Очищающий мусс для лица с энзимами 58% скидка получается, потому что он выходит от 499, отнять 250, это 249 рублей. И обновляющий ночной лосьон 399 рублей. Мне кажется, тоже, да, когда они наборами продавались, крем-активатор и ночной лосьон, смотрите, здесь, ну, округлим для быстрого счета, 400 и 350, 750 рублей, это дешевле, чем они продаются в наборах. Теперь переходим, линейка Эксперт, и здесь тоже три средства у нас обведены, на них распространяются купоны. Face, так, это у нас круговая пластика и ретинол Pro, 499 рублей каждый. И 299 рублей это сыворотка с коллагеном. Давайте посмотрим, сыворотка с коллагеном 549 рублей стоит просто в каталоге, и по акции тоже здесь точно такая же цена. Так, а про ретинол, ретинол-то у нас, да, смотрите, 699 в обычном каталоге, и здесь у нас 749. Ну, прям не хотели они большую скидку делать, и поэтому здесь немножко завысили цену. Следующее, набор для ухода за кожей лица. Вот по этому набору я ничего не могу сказать, я не использовала его, не покупала, но получается 699 рублей, это тоже очень выгодная цена. На такие наборы мы редко очень видим скидки. Так же, как и вот, например, на силиконовые перчатки. 749 рублей. Мне кажется, я когда пришла в Берлик, цена была примерно такая, года там 4-5 назад. А потом они подскочили в цене, и теперь вот завышенные цены. Дальше. Ну, вот насчет роликовой пемзы для ног. Она бывает по акциям 999 рублей, поэтому... Ну, не то, чтобы я не рекомендовала, да, ее брать. Может, она вам сейчас нужна, и вы ее, конечно, возьмете. А вообще, можно дождаться, когда она 999 рублей, и купить ее просто по акции, а купон оставить на что-то другое. Ну, и носочки силиконовые, такие же, как перчатки, 749 рублей с купоном. Тоже, кстати, я это все не покупала. Ничего не могу сказать. Дальше купоны у нас в детской линейке работают на часы. 799 рублей цена. Мне кажется, она тоже была 699. Ну, это мои предположения, точно я не помню. Ну, в любом случае, не 549, когда я покупала часы ребенку. Вот эти вот для мальчиков, они у нас почему-то стали использоваться как игрушка, висели-висели. Потом я сказала, ой, нет, я хочу ими. Пусть они у меня здесь вот то в домике постоят, то еще где-то. В общем... мы их, да, мы их используем, но немного не по назначению. Ну и 549 цена, конечно же, отнимайте еще свои консультантские проценты, и будет гораздо приятнее. Ну, девчачьи часы, конечно, клевые, такие котейки там прикольные. Следующее. Дальше, наверное, у нас пошли средства для дома, да. А это просто бомба, конечно. Смотрите, сиденье из гречневой лузги. Самая минимальная цена 800, 799, то есть 800 рублей, если грубо говоря, да. Смотрите, здесь даже базовая ниже, чем регулярная. Сейчас я открою. Я тоже здесь сделала закладку в 14-м каталоге. Смотрите. Вот оно, сиденье из гречневой лузги, 999 в обычном каталоге, который действует сейчас, который не по купонам. А здесь на 50 рублей дешевле, еще и купон будет действовать.
и получается 699. Это просто самая низкая цена за последние, не знаю, года два, наверное. Подушка с искусственным лебяжьим пухом 549, получается. А здесь она у нас стоит 699, здесь 700. Почему-то подушку продать, хотя там искусственный наполнитель. Мне казалось, что она вообще должна рублей 300 стоить. А дальше, валик. Вот эта штука, которую я использую сейчас каждый день. Пищу, но использую. Девочки, это просто мега штука. Надо мне снять отдельное видео про него. Хрустит спина, особенно когда я ложусь вот в это положение. Я просто как после массажа, как будто меня размяли, не знаю как. Я аж встать не могу после этого валика. В общем, я просто первые два дня мне было даже больно, и я еле терпела, а сейчас уже вот через недельку я просто кайфую от этого валика. Ну и давайте смотреть. 799 рублей, цена регулярная в каталоге, здесь нам ее на 100 рублей завысили, но дали купон, и получилось 649 рублей. Это, посмотрите, даже дешевле, чем была у нас распродажа товаров для дома. Видите, я здесь писала, я вам эту распродажу показывала, она уже закончилась, но там они сделали скидочку 40 рублей и продавали за 759, а сейчас мы получим за 649. Это опять же, еще здесь будут ваши скидки консультанта, конечно. Это намного выгоднее. Поэтому, кто планировал, берите. Специально заработайте для этого купон и берите. Дальше. Переворачиваем. Здесь у нас опять товары, которые фиг дождешься, да, по акции. 1399 рублей будет стоить акупунктурный массажный коврик и 599 рублей пластыри. Пластыри тоже, кстати, были в той акции. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько же они были по акции. И по ней они были даже так же, да, 599 рублей, вот я писала. Здесь еще написала консультантские цены, это с 26% скидкой, это 479 с 20% скидкой. Так что можете сейчас и взять по этому купону. Следующие. Так, открываем. Ага. Баночки. 349 маленькая, 399 средняя, 499 большая. Дальше у нас разделочная двусторонняя доска 649 рублей получается. И формы для пирога 999 рублей. Ну и последнее, что у нас по этим купонам, это силиконовые формы и банки для хранения сыпучих продуктов. Ну, тоже, знаете, я покупала эти формы, у меня они есть обе. Сначала я купила одну, потом купила вторую. Я просто влюблена в их позитивный оранжевый цвет. Я влюблена в то, какие они сами по себе. Так, здесь в этом каталоге форм у нас нет, ладно. Но, по-моему, я их или за 999 покупала, или за 899. По-моему, я вот по такой цене брала обе. И, конечно же, я бы лучше купила за 749, чтобы сэкономить. Но я ими пользуюсь уже очень долго. Тоже есть на них обзор. Давайте сейчас сделаю пометочку, чтобы этот, ссылку на этот обзор вам поместить. Так, пишу силиконовые формы. И я в них теперь готовлю запеканки, кексы. Они очень плотные сами по себе. У них не гуляют боковинки. Это просто... Ну, я не знаю, я просто их очень люблю, и до этого у меня очень много лет были другие формы, к ним уже рука не тянется, потому что они тонкие, они старые, страшные, а вот эти, они пока еще не потеряли вид, хотя, да, немножко, ну, к силикону там впитываются какие-то подгорелые краешки, и уже не очистить, но формы реально классные. Килограмм творога, если делать запеканку, 3, килограмм творога, 3 яйца, там манка, что еще входит, сметана, это все входит вот в эту форму спокойно. Это побольше форма, вот это вот чуть-чуть поменьше, но килограмм творога сюда тоже входит, вот в эту прямоугольную. Ну, посмотрите видео, я там вам все показывала. И банки для хранения сыпучих продуктов 349 рублей на 300 мл и большая банка 549 рублей. Ну, на этом все, девочки. Если
вы еще не зарегистрированы в компании Faberlic, чтобы получить эти купоны, чтобы вот так выгодно купить, делайте заказы вот по этому каталогу. Ссылка будет под видео для того, чтобы зарегистрироваться. Это 2 минутки, попадете ко мне в команду, и я буду вашим помощником, помогу вам разобраться, как и что и где. Ну, а на самом деле, где эти купоны будут, я думаю, что они будут у нас на втором шаге, как обычно. Мы будем либо в выгодных акциях, если делаешь заказ через браузер, либо на втором шаге, если делаешь заказ через приложение. Они там появятся автоматически после оплаты заказа. То есть, если вы в период действия вот этого каталога еще не оплатили заказ из этого, где были купоны, то вы их не увидите. Нужно оплатить заказ для того, чтобы купоны появились. Всегда говорю, самый лучший заказ это оплаченный заказ. Тогда у вас все работает, везде все зачислилось, везде все появилось. Поэтому оплачивайте заказы своевременно. Ну, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, была вам полезной. И жду вас. Жду вас дальше под своими новыми видео, с вашими комментариями. Большое спасибо всем. Была Марина Соловьева вместе с вами сегодня за кадром. Всем пока.